Вы смотрите «Город новостей», продолжим выпуск. Очередная вереница кунгурских мелочей в нашей постоянной рубрике. Вячеслав Горецкий продолжит. Лето подошло к концу, наступила осень и учебный год. А никаких позитивных изменений здесь, на перекрестке улиц Голованова и Пролетарская, так и не произошло. Я говорю про этот самый пешеходный переход. Его установили здесь еще в начале лета. И тогда мы заметили, что его дорожка упирается прямо в лужайку, которая находится возле стадиона. Детям неудобно пересекать здесь дорогу, и все по старинке будут ходить вот там, с той стороны улицы Пролетарская. И, к сожалению, нашу мелочь так никто и не заметил. И пешеходный переход остался на этом же самом месте. Как итог, дорога, оканчивающаяся тупиком, и даже не отмеченная зеброй на асфальте. А это значит, что пользы от такого пешеходного перехода практически никакой. Ведь дети так и будут продолжать бегать там, где им удобно. Еще одна мелочь, так и не дождавшаяся изменения за весь летний сезон, находится здесь, на железнодорожном переезде, возле военного городка. Дело в том, что жители до сих пор продолжают жаловаться нам на неудобство пользования этим тротуаром. Сейчас объясню причину. В вечернее время здесь, говоря по-простому, хоть глаз выколи, абсолютно ничего не видно. Причиной вот эти голые столбы. На них так и не появились фонари, хотя об этом регулярно просили. И все это несмотря на то, что в военном городке по улице Батальонной находится не один многоквартирный дом. И пешеходы, жители этого дома, являясь пешеходами, продолжают ходить здесь, будучи ослепленные светом фар. Скажи, пожалуйста, часто здесь ходишь? Да. Хватает? Нужно ли здесь освещение? Сейчас пока лето, так вряд ли, а вот зимой надо будет. По вечерам темно? Сейчас лето, вечер наступает 12 часов. В это время не хожу. Все понял, спасибо. В общем-то, мое мнение подтверждают жители, зимой здесь действительно темно и неудобно. Ну а так как для зимы еще несколько месяцев, еще есть возможность исправить данный недостаток. Ну и в завершение о приятном изменении. На главной улице города, улице Ленина, в честь 1 сентября и на грядущий учебный год появились дублирующие рисунки, изображающие дорожные знаки. В данном случае здесь нарисованы бегущие через дорогу пешеходы. Это значит, что впереди пешеходный переход, и необходимо быть внимательным и осторожным. Вот единственное только, что меня смущает, это то, что эти фишки, установленные здесь, почему-то не закрывают полностью весь знак. И, соответственно, знак уже стал немножко грязным. Ну а в целом задумка хорошая, потому что в крупных городах такие действия осуществляют очень часто. И очень часто на асфальте можно увидеть дубликаты различных знаков. За это огромное спасибо дорожным работникам.